такая одна задачка, каждый с 5 и 4, верно? Угу, успели, значит. Открываем, значит, рабочие тетради. Где у нас последняя запись? Карандаш где? Давай найдем карандаш. Точно хорошо, ты же не можешь без хорошего карандаша. Он прикольный. На полях две клеточки, на третьей ставим сегодняшнее число, кстати. Две клеточки? Молодцы. А какое число? Да, это вообще ладно. А, милая. Какое число писали? Миша, а у тебя там что? Вот это за запасы подкладки? У нас есть две клеточки. Две клеточки отступила? Нет. Смотри, вот у тебя последняя запись заканчивается, предыдущая, с прошлого урока. Две клеточки вниз, на третьей только ставишь число. Вот это нужно аккуратно стереть ластиком и переставить число на ниже клеточки. Можно ластик? Нет, Рада. Вот это стираешь аккуратненько, смотри. Вот последняя запись, как говорит. Ты в порядок, приведи в порядок, последняя запись. От последней записи две клеточки вниз. На третьей ставим сегодняшнее число. Сегодня 20-я точка, 11-я точка. Илюша, ты понял, что нужно делать? Что? Да, смотри. Илюша, дорогой, смотри. А, вот последняя запись. Две клеточки вниз. Раз, два. И на третьей ставим 20, 11. А вот это нужно будет выделить. Стереть все это нужно. Лишнее. Так. Крайний пример с цифрой 4. Мы все заканчиваем. Отлично вообще. Замечательно. Я думаю, что в понедельник мы приступим к цифре 5. Действуем, да, цифры 5. Ну, думаю, нет, наверное, во вторник. Понедельник нет, а вот вторник, что в общем у нас будет. Так, ребят. Так, 4 яблони на-на-на. Это мы все сделали с вами. Так, Вера накрывала. Перестань! Не будем их провешивать, мы прочитаем, что не вкусно. А на надо это написано? Нет. Какие приметы? Очень тоненькие. Нет, записывать это не нужно. Это просто мы работаем сейчас вкусно. А нам надо выходить? Я все сейчас объясню. А приметы у тебя? Илюша, нет, записывать не. Не нужно, мы работаем мутно. А, это, а может, а подойду к доске? Ну, подойдешь, а я спрошу тебя. Вот, все. Чистая, да? Я предлагаю сегодня сыграть в арифметическую молчанку снова. Ну как? Рыбка, раз, и сыграть? Нет, стоп, ничего не началось пока, рано вас, да? Нет, я это пишу просто, чтобы визуально было видно ответ. О, нет. Решаю.
2 плюс 4, Рада. 2. Илюша, чем занят? У тебя урок арифметики. 4. 7, как ученик? Бегом. 6. 6, верно. А теперь 6 четное число или нет? Или не четное? Четное. Так, а я подсказывать просила? У каждого есть рука. Четное, верно. Хорошо. А теперь другой вопрос. На усложнение. 6 я могу как разложить? 3. 3, 3, еще. 4. Раслана, ручка, где у вас? Забыли или совсем? 4, 2. 4, 2, хорошо. А еще какие-то способы 3. Есть? Велислава? Да, что 5, 1. 5, 1, верно, хорошо. Сколько в общем способов я нашла, чтобы разложить? 3. 3 способа, чтобы разложить четное число. Четное число какое? 6. 6, конечно. Итак, дальше. 4 плюс 4, Владислава. 8. 8. 8 число четное или нечетное? Четное. Как разложу число 8? 4, 4. 4, 4. Все, хорошо. По одному способу, Рада. Еще какой способ есть разложения числа 8? 7 и 1. 7 и 1, хорошо. Ярославна? 5 и 3. 5 и 3. Угу. Отлично. Не влазит у меня немножко, но ладно, ничего страшного. Так, Илюша, следующий твой. 3 плюс 4. Всемир. Илья. Всемир играет с Данилом, а Илья учится. 3 плюс 4, твой пример. Илюша, 3 плюс 4. Считай, как я тебя учила. Пальчики доставай свои скорее. Слышишь? Илюша, на пальчиках. 3 плюс 4, как я тебя учила. Считай. Хорошо. А 7 число четное или нечетное? Четное. Ну-ка, давай вспоминаем. Четные. 2, 4, 6, 8, 10. Нечетные. 1, 3, 5, 7. Так все-таки. Так я число... сказал, 7 четное. Четное или нечетное? Четное. Сегодня дома, чтобы обязательно скажу родителям, чтобы повторили таблицу учетных и учетных чисел. Вообще не знаю. Число 7, Илюша. Как я могу разложить число 7? На какие числа? Илюша, где летаешь сегодня? Илюша. Мальчишки, сядьте в уголок, пожалуйста, не мешайте. Еще. 3, 4. Рад, еще какой способ есть разложить число 7? Мальчики, красавчики, я вас сейчас веселю. На 6 и 1. На 6 и 1, хорошо. 10, конечно. 10 число четное или нет? Четное. Четное. Как разложу 10? 5 и 5. 5 и 5, еще. Илюша, 6-4. А зачем ты ее записал? Я говорила, что ты записывала, почему ты меня не слушаешь? 6-4. Ничего записывать не нужно. Мы работаем устно, то есть проговариваем. 6-4, да. Молодцы. 8-2. На самом деле разложить число 10 способов много, намного больше, чем было с этим числом. Поэтому запишем мы всего лишь 3, я думаю, нам вполне будет достаточно. Второй стол, вы пошли уже. Уже на вычитание. Илюша, поехали. 6 минус 1. 6. Отнимаем теперь, забираем. 5, хорошо. Разложи мне число 5. 5 я могу разложить на 2. 2 плюс
плюс на 2 и на 3. Умничка, молодец, включился. 4 и 1. На 2 и 3. Либо 4 и 1. 1. Хорошо. Так, следующий пример. Ряда. 4 минус 1. 4 минус 1 равно 3. 3 я на какие разложу числа? На 2 и 1. На 2 и 1. А, Велеслава, 9 минус 1. Карандаши не обидели. 8. 8 раскладывать не будем, так как мы уже это делали. Илюша, давай еще один пример твой сегодня. Листай. 7 минус 1. 7. 7 минус 1. Забираем. У семерочки 1. 1. 8. У 7. Кого забираем? 7 минус 1. 7 минус 1. У 7 я хочу забрать 1. Сколько я у меня? 6. 6, хорошо. А как я разложу 6? На какие два числа? Уже мы складывали. На? Да. Да. На 3, на 3. Умничка, хорошо. На 4. Так, все, теперь вторые два столбика переведем в арифметическую. Молчанку. Хорошо, все это лишнее? Подожди, торопиться и не облизывай карандаш грязным. Осталось два последних... Пример. Ты чего? Столбика. Два последних столбика. Хорошо. Начинаем. Илюша. Начинаем арифметическую молчанку. Все помнят играть? Я диктую пример. Ну, вы видите его визуально. В принципе, ничего не поменяется. Я диктую пример, а вы молча записываете только ответ. Одну цифру я должна видеть у вас. Пример сам, Илюша, все ребята меня внимательно послушали. Пример сам записывать не нужно. Я диктую, вы только молча записываете ответ. Кто первый проговорится, тот вылетает. Договорились? Рыба, карась, игра началась. 8 минус 2. Куда записываем? Клетку отступай. Вот у тебя число поставила здесь, значит, клеточку вот здесь. Накалячила. 8 минус 2 записывай ответ. Только ответ записываем. Одну цифру. Сам пример не нужно будет записать. Записал? Ответ только записал, да? Правильно записал? Умничка, молодец. Потом написали ответ, одну клеточку отступаем, записываем следующий. 6 минус 2. Кто же у меня проболтается? Сегодня не выдержит. Кто улегся-то, Ярослава? Ну, визуально можно мне показать молча, сесть как ученик, и я увижу, что ты закончил. Мычать мне так нужно. Дальше. 7 минус 2. Ну, давай. Что ты хочешь сказать? Скажи. Все. Проиграл. Сиди дальше, записывай. Давайте, мы остались втроем. 6 минус 2. Записываем. Кто же следующий проиграет? 6 минус 2. Только ответ записываем. А кто мычит, тот тоже проиграет. Дальше что? Вот второй выбыл. Так, вы остались вдвоем, девчонки. Молодцы. Так, 5 минус 2. Ну, Ярославна с Велеславой, кто не выдержит? Да, вы-то теперь с Илюшей можете разговаривать. А вы что? 4 минус 3. Все, пока я не буду. Нужно молча все делать, я вижу. 4 минус 3. Я даже не знаю, сколько будет 6 минус 2. 1 равно. Девочки, ты играешь? Мы ждем победителя. И кто что получит? Тихо.
То, что получится, сладкий приз от Александра Алиевна получит, наверное. А ничего мы не получим. Ой, бедолашки мои, я ж вас обделяю. 4 минус 3. 9 минус 3. Вам такие молчаливые, что ли, обе? А? Решила 9 минус 3? Готово. Не сдашься. Готово. Дальше. 5 минус 3. Ярослава. 5 минус 3, моя дорогая. Сажусь. Ну все, готово. Диктую первый пример. Да подожди ты, Илюша, у меня девочки играют. Успокойся. Давайте. И последний заключительный. 8 минус 3. Что? 8 минус 3. Ладно, так уж и быть. 2 победителя. У нас сегодня это Вячеслава и Ярослава. Сладкий приз мне. Так. А нам? Хорошо, дальше продолжаем. Ура! Ура! Говорить можно, поболтать. Так, ну